Я еще раз выражаю свои соболезнования. Юрий Олегович, очень важная информация. Жена Соболева продала все свои аптеки и вывела деньги за границу. Ну, обоих сюда срочно. Да. Извини. Ложись. Ого, что это? Алло, да. Здравствуйте, Павел Владимирович. Да. Вы в курсе, что ваша жена продала все аптеки? Я. Короче, ждем в офисе через 30 минут. Обоих. Да, мы будем сейчас, да.